Был на севере и юге, в Конотопе у подруги, был на западной границе, на Курилах и в Баку. А теперь летит в столицу, очерк должен получиться. Но чтобы очерк получился, нужно первую строку. Вдохновенный труд народа в счет 2000 года. Агроном стоял на отважке, нет, наш газик встал в пути. Или встретить на заводе, или что-то в этом роде. В общем, плюнул, взял бутылку, чтобы ту строку найти. И нашел бы, спору нету, но бутыль была с приветом. Черта рожица кривая показалась из горла. Выпиваешь? Выпиваю. Воспеваешь? Воспеваю. А в какой газете служишь? Да плохи твои дела. Черт задумался уныло, и куда тебя носило? Сел бы где-нибудь в Мытище, ну и вызвал бы меня. Репортажик строк полтыщи, закусив духовной пищей, об успехах пятилетки накатали бы в полдня. А теперь тебе неловко, ты ведь брал командировку, нагляделся чертовщины, тут такого воспоешь. Бытовщина, матерщина, штурмовщина, дармовщина, а критическое, знаю, полагается под нож. В этот вечер черт не скоро распрощался со спецкором, только черт-то был подкован, потому что день спустя считан, сверен, согласован, очерк был опубликован, и спецкор, похмеляясь, улыбался, как дитя.